Поклонники рок-н-ролла в предвкушении. 4 ноября в Лос-Анджелесе состоится исключительный аукцион. На торги будут выставлены предметы, когда-то принадлежавшие таким легендарным исполнителям, как Элвис Пресли, Джимми Хендрикс, Джон Леннон и Пол Маккартни, а также другим звездам первой величины. Выставленная на торги коллекция поистине уникальна, говорит глава аукционного дома Джулианс Мартин Нолан. Так поклонники Майкла Джексона смогут купить знаменитую белую перчатку со стразами и несколько сценических костюмов, в которых гастролировал король поп-музыки в 80-х. Также с молотка уйдут статуэтка MTV, которой был награжден Курт Кобейн, и принадлежавшая принцу знаменитая клауд-гитара. Всего на аукцион будут выставлены около 500 предметов. Среди них есть несколько весьма необычных лотов, в частности, рентгеновский снимок запястья Элвиса Пресли, который был сделан после того, как тот повредил себе руку в сентябре 1973 года.